Так, народ, здорово всем. В общем-то, это у нас Lineage. Сейчас. Так, пошли поболтаем. Блин, тут надо, конечно, инверсию доделать, всякую еще остальную такую шепотень. А вот квест. Господи, как все мелко. Так, у меня тоже один вопрос. Их судьбы. Хорошо. Ладно, квест один взяли. Пошли отсюда. В общем-то, мне не понравилось. Эта игра, кому интересно изначально, тем, что здесь были большие, тупо просто пустые локации. Ну, мне сказал знакомый, попробуй в оригинал просто сыграть, а не во всякие непонятные дополнения. Сейчас посмотрим. Правда, я очень сомневаюсь, что здесь вообще-то есть, как говорится, что смотреть. По-моему, игра уже давным-давно сдохла. Хотя я играл какие-то непонятные тоже дополнения. Подфризивает непонятно. И вообще по поводу графики мне очень интересно. Что за охотничье угодье зла? Не, ну смешно, не смешно, но народ, то есть вообще нет ничего. А, нет, смотри, есть кто-то. Ой, больно. Больно, больно, больно. Кто-то тут бывает все-таки. Прийти противный то будьте внимательны. Если уровень здоровья опустится до нуля, ваш персонаж умрет. Чтобы узнать, сколько очков здоровья осталось у персонажа, посмотрите на полоску красного цвета. Чтобы узнать, как увеличить уровень здоровья, нажмите на значок со знаком вопроса. Так, ХП немного восстанавливается. Я за кого играю? Я играю за мага, в принципе. Вот странно, что здесь очень ужасно мелкий шрифт. Если графику на минимум поставить. Можно вопрос? А в чем, в принципе, разница? Кроме того, что лагать перестало. Так, мне интересно посмотреть по диспетчеру задач. Ну ладно, сейчас стабилизируется. Была загрузка 70%. Все-таки здесь хотя бы есть какая-то непись, это уже хоть немного радует.
какая-то. Там одну непись нашел, да и все, да? Ну тоже, вот видишь, большой, громадный, пустой мир. В принципе-то. Ботинки, не птички, пролетающие мимо, а просто супер большие территории, да? Руины, левел первый, ладно. Какой смысл здесь от этих территорий? Это никто не объяснит идиоту. Так, вот теперь можем хотя бы посмотреть. А, ну прекрасно. Что нагрузка и была, что нагрузка и осталась. Разницы в настройках нет. Вообще нифига понять не могу. Не, серьезно, разницы нет. Первый уровень, говоришь? Шрифт мелкий прочитать невозможно. Ветра. Блин. Ой, как же тут все мелко-то, ёлупало.
уж не знаю. Пошли опять туда. Охота один, все правильно. Еще слепой не до такой степени. Так, замок в другую сторону. И сюда. Здесь, в этой игре, самое что хреновое, здесь, как я понял, открытое ПВП. Может, его и нету сейчас, без понятия. То есть тебя будут в точках фарма просто тупо выискивать. Но по графике я тебе скажу так. Я бы сказал пару слов. Но тут смотреть не на что. Она грузит мне почти на фулочку, извини меня. Сейчас проц. Нахрен мне, в принципе, такое надо. Это просто идиотизм. Загрузка процессора практически 100% видеокарты. Ядра, точнее, графического. Попробуем поатаковать, конечно. Но сами видите, что игра, как говорится, если хотите вспомнить, знаю, далекую, блин, молодость. Вот здесь бы поля неписи сделать. Скорее всего, здесь и были поля неписи, они просто были убраны. Я не вижу других вариантов. Вот. Здесь какие-нибудь зайцы, кролики должны скакать. Лисицы. Волки. Здесь смотри, как пусто. Ну это пипец какой-то. И наша долбанутая пытается все. Только что подобрали предмет. Если вы хотите узнать, что это за предмет, нажмите на значок со знаком вопроса. Mm-hmm.
объяснит мне кто-нибудь, почему это считается. Ну, я понимаю, это в принципе есть макрос, но странно эту систему. Так, ладно, сейчас покопаюсь в настройках. Если какое-то другое приложение идет поверх этого, то игра начинает жутко глючить. Я сейчас покажу кое-что. Это очень забавно. Вот таким способом вообще-то скрывают майнер в некоторых играх. Я без брега говорю, это я встречал уже, просто про это я не рассказывал. Давай вот так вот сделаю, чтобы тебе было видно. Посмотри. Обращаешь внимание, что она глючит начинает. Сколько она еще живет? Вот это вот, простите меня, говно без... толком графики, каких-то спецэффекты, ну, в принципе, здесь нормально, графика сойдет, но без количества больших противников оно жрет почему-то по видеокарте. Смотри сейчас за графиком, ну и сейчас я выйду. Как ты можешь обратить внимание? Это довольно любопытно. Я сейчас поколдую над настройками, посмотрим еще что можно придумать. Персонаж погиб. Чтобы узнать, что делать в случае смерти персонажа, нажмите на значок со знаком вопроса.
Нет, то же самое. В общем-то, такое я видел, народ, только когда в игре был реально встроен майнинг. И вот он так себя скрывал. То есть только ты сворачиваешь, чтобы посмотреть окно, сразу хренакс, он тоже закрывается, начинает тормозить. Так что вот такие вот пироги. Кстати, вот по нагрузке я сейчас посмотрю интернета. А, так тут видно нагрузку интернета, народ. У меня ни браузер, ничего не открыто. Давай-ка по процессам сейчас посмотрю. Может, хотя бы что-то смогу понять. Вообще-то очень странно, почему они здесь не поставили какую-то непись. Тут, скорее всего, была непись, но... Я когда еще изучал эту игру, было впечатление, что эту игру перепродали. Но продали не всю игру, продали какую-то ее часть. И вот ту часть, которую продали, это вот здесь играет. Да. Качки большие. Я потом вырежу там, чтобы эти протоколы мои не были видны. IP-адрес на всякий случай. Но могу сказать то, что он почему-то странно очень прыгает. Как-то не в тему. Ну и, народ, тут должна была быть непись. Это, говорю, это какой-то огрызок игры. Это даже игрой не назвать. Тут нахрена большой мир такой? Если от него толку нет. Реально, зачем такой большой пустой мир? Вот объясните мне. Я вот как-то мягко сказать не понимаю. Ну ладно, на этом, в принципе, я закончу. Да, Lineage, это мертвая игра.